Проекты железногорских школьников оценили на всероссийском уровне. На конкурсе научно-практических разработок «Творческий контест» выступила команда Дворца творчества. 9 учащихся 5-8 классов представили на суд экспертов свои образовательные веб-сайты. В направлении веб-конструирования ребята завоевали несколько призовых мест. Двое школьников были рекомендованы для участия в профильной летней смене госкорпорации «Росатом» во Всероссийском детском центре «Орленок». Конкурс проходил в рамках проекта «Школа Росатома».